Добрый день всем! Это приглашение на тренинг Центрирование, и я объясню, что это за тренинг. Все мы хотим быть гармоничными внутри и эффективными снаружи. Мы хотим воплощать свои желания и чтобы нам было хорошо с самими собой. Этому мешают множество разнонаправленных сил внутри нас. Внутри нас целый оркестр, как бы свои голоса. Каждый играет что-то свое, и не всегда это все согласовано, синхронизировано. У нас есть программы рода, есть субличности, внутренний ребенок, он хочет одного, внутренний родитель другого, взрослый не может их помирить. У нас есть шаблоны ментальные, установки, убеждения, есть эмоциональная боль и так далее. И все это внутри в полном хаосе. Соответственно, чтобы внутри был порядок и чтобы мы могли что-то во внешнем мире творить, нам нужно быть цельными, собранными, центрированными, да, чтобы в этом оркестре был дирижер. Центрирование позволяет этому дирижеру быть, вы его обнаруживаете и управлять. Это посвящение через определенные знания и практики в, то, в это состояние, в то, что такое быть центрированным. Да, мы будем центрировать себя, свою структуру, мы будем учиться центрировать день, то есть соединяться с силами дня, чтобы качество, ритмы дня с нами сотрудничали. Мы будем учиться центрировать внимание свое и всем этим управлять. То есть центрирование, по сути, в двух словах, это про то, чтобы быть хозяином своего мира. Я вас приглашаю на тренинг, и все подробности есть в другом видео более полном. Добро пожаловать!